В одній з наших попередніх програм ми розповідали про метод гемосканування крові. Програма викликала дуже широкий резонанс, і сьогодні ми завітали до лікаря-цитолога Людмили Іванівни Гончаренко, аби продовжити цю надзвичайно цікаву розмову. К этому моменту я пришла ведь не за один день и не за один год. И перелопачено все, что я могла. Лікар-цитолог за фахом Людмила Овчаренко працювала в різних медичних закладах, зокрема в обласному онкологічному диспансері. Вийшовши на заслужений відпочинок, продовжує цікавитися сучасними медичними дослідженнями, зокрема комп'ютерним гемоскануванням. Это были специальные журналы. Это был, допустим, и журналы по аллергологии, по урологии, патологоанатомическая, допустим, журналы по патологоанатомическим вопросам. Это и терапевтический архив, и медицинский. Ну, в общем, это можно перечислять что угодно. И белорусские журналы, и российские журналы, и наша специальная литература. Ну, допустим, смотрите, вот эта монография. Вот эта монография. Это классическая монография, написана «Вирусные хламидийные микоплазменные инфекции». Экономическое издание, издание за 2000 год, но никто еще ее не переделал. Вот вам фотографии, естественно, которые запечатлевают то, что, допустим, я вижу. Еще раз говорю, мало смотреть, надо видеть. Поэтому, да, у меня были, например, такие моменты. Одна женщина, она сама микробиолог, я совершенно не в пику ей, значит, она мне говорит, да что вы с этим гемосканером? Я говорю, послушайте, давайте вот, ну вы же профессионал, вы же врач-микробиолог, да, давайте посмотрим сейчас вашу кровь. Я ее, значит, его привожу, сажаю, колю ей палец, смотрим. Она, знаете, так вот внимательно смотрит. Я говорю, ну, смотрите, видите, вот на экране двигаются объекты. Что это может быть? Она на меня смотрит. Я говорю, ну, это же, видите, это микроорганизмы. Она, да. Ну, а вот это что? Ну, вы видите, что это эритроциты. А смотрите, как они соотносятся. А вспомните реологию крови, что вы учили в медицинском институте, что вам рассказывали на курсах постдипломного образования, что такое реология, что такое, допустим, вязкость крови, что такое густота крови. Это же все из официальной медицины. Здесь ничего нет придуманного. Ну, просто-напросто здесь очень хорошо это все визуализировано. В одній з попередніх програм ми подали інтерв'ю з лікарем-психотерапевтом Марією Ушковою, яка теж багато років практикує метод комп'ютерного гемосканування. Як не дивно, але цьому методу майже 100 років, і лише зараз його починають впроваджувати окремі клініки та лікарі. Марія Олексіївна розповідала нам про багато випадків зі своєї медичної практики, коли саме завдяки комп'ютерному гемосканування знаходили справжню причину захворювання. Після того, як я вже почала працювати, я зрозуміла, що я вже не можу бути нормальним фахівцем без цієї діагностики. І я не пожаліла тих грошей, тому що я розуміла, що це настільки об'ємний метод і настільки достовірний метод. І саме важливо, що він показує те, що ще не показує УЗІ. Ще багато, наприклад, багато людей проходять загальні аналізи, там кажуть, відхилень немає. Але людина себе вже погано відчуває. І коли приходить сюди, ми їй показуємо причину тих поганих самопочуттів. І коли призначається певне лікування, людина, відповідно, каже, я знову народилася, знову все в мене добре, все прекрасно. Були такі люди, які вже були і в терапевта, невропатолога, ендокринолога. І завдяки одному гарному спеціалісту-ендокринологу він направив до мене. І коли ця людина прийшла, коли я зробила діагностику, ми подивилися, що кров вся була зафарширована, як кажуть, каналізаційний стік. І прийшлося проводити таку мощну чистку крові фітопрепаратами, тому що там сильнішого не можна було. І через місяць жінка цього чоловіка позвонила, каже, Марія Олексіївна, мій чоловік знову народився, вона, і кажуть, готовий далі жити і працювати. Таких дуже багато випадків. Як не парадоксально це звучить, але досі чимало медиків лише поверхово знайомі з такими методами досліджень. Вузька спеціалізація лікарів – з одного боку дуже добра справа, з іншого – не дає можливості багатьом цікавитися сучасними напрямами медицини, яка стає інтегративною, поєднуючи в собі різні науки.
наша узкоспециализированная профилизация делает возможным непонимание друг друга, к сожалению. Но если вы поднимете литературу высокопрофессиональную, те люди, которые работают на вершине науки сегодняшнего дня, то они ни один не работают в узком профиле. Это будет обязательно смежно. Это физика, это химия. Что такое волновая генетика? Что такое? Это физика, это биология, это медицина. Какие оттуда идут результаты? Допустим, возьмите тот же самый проект американцев с 2007 года. Они занялись определением микробиоциноза человека. Ну, это же передовая вещь. Так вот, когда они стали этим заниматься, оказалось, что у нас в кишечнике порядка 10 тысяч микроорганизмов, и большая часть из которых мы никогда не знали, что они существуют. Да мало того, они не сеются на обыкновенных средах. То есть в нашей обыкновенной лаборатории, БАК-лаборатории, они не могли быть выделены. Не потому, что это глупые специалисты, ничего подобного. Ничего. Я об этом никогда не говорю. Просто-напросто мы не знали, что это есть. Мы не подбирали, не определяли, и мы не знаем значение их для микробионта кишечника. А на сегодняшний день считается, что кишечник – это в очень большой степени наша иммунная система, потому что вдоль кишечника расположено большое количество лимфоидной ткани, так или иначе, образованной морфологически. И здесь идет именно вот додифференцировка определенных видов клеток, которые обеспечивают нам потом иммунное состояние. Гемосканування крові допомагає людині побачити себе зсередини, зазирнути у мікросвіт, що надзвичайно важливо для правильної діагностики, а відтак і лікування. Є два поняття. Є поняття бактеремія, присутствие. И есть бактерию септицемия. Если септицемия, то вот да, конечно, это уже клиника. Но если есть бактеремия, люди добрые, у женщин, это всегда проблемы с гинекологией. Всегда. Это вероятность проблем с суставами. У мужчин это всегда предстательная железа заинтересована. А теперь идите по восходящей. Это и щитовидная железа, это и молочная железа, это яичники, это вопросы репродукции, то есть бесплодие у молодежи особенно это важно, это патология суставов, это патология позвоночника. Одна из составляющих, это не самая главная причина. Ведь, собственно говоря, понимаете, у нас то, что мы чаще всего говорим болезнь, по большому счету синдром. Потому что он не определяется каким-либо одной причиной. Если мы раньше говорили полиэтиологическое состояние, то теперь появился новый термин – мультифакториальный. Но хрен редьки не слаще, все равно та же самая гипертония. У гипертоника, ни одного гипертоника нет нормальной печени, нету нормальных почек. Если нет нормальной печени, у нас печень – это основной орган детоксикации, значит, нарушаются практически все виды детоксикационные процессы нарушены, поэтому идет сбой. Это и липидный обмен, это углеводный обмен, это и белковый обмен. И когда приходит человек с сахарным диабетом, а я ему говорю: «Дорогой мой, тебе нужно обратить внимание на печень». У меня сахарный диабет, причем здесь печень? Да при том, что печень вырабатывает определенные вещества, которые непосредственно работают с инсулином. И только в этом контексте, мы, как говорится, получаем больше здоровья. Если есть сбой в желчном пузыре, есть сбой в почках, люди добрые, ну, это не обязательно, но повышается риск возникновения сахарного диабета. Это не диагностика. Это разговор с человеком, обратить его внимание на себя изнутри. Досліджуючи клітини і тканини організму, Людмила Іванівна переконалася – людина складний, індивідуальний, геніальний витвір Бога і природи.
Завдяки науковому прогресу вченим та лікарям відкрився мікросвіт людини, який лише підтверджує геній творця. І сучасні, якісні, різнобічні обстеження допомагають знайти справжню причину захворювання. І от з появлением оборудования с высокой разрешающей способностью, допустим, вот здесь вот 1500 объект увеличения, и можно поставить 2500, мало того, можно сделать темнопольное микроскопирование, это тоже один из вариантов. Вот здесь начинаешь видеть совершенно другие вещи. Ну, допустим, раньше считалось, что кровь должна быть стерильной. Ничего подобного, она никогда не была стерильной, никогда не была. Другое дело, что насколько в большем или меньшем количестве присутствуют те или иные патогенные для нас объекты, я бы так сказала. Почему? Потому что это могут быть и микробы, это могут быть и простейшие, и это могут быть и грибы, и они визуализируются при просмотре нативной крови. Что такое нативная кровь? То есть она не подвергалась никакой обработке. Это не окрашенная кровь. Поэтому, допустим, сказать, что «а может быть это вот привнесено откуда-то, люди добрые». Во-первых, стекло – это одноразовое пользование. Здесь занести что-либо нельзя. С водой мы не соприкасаемся. Вода, в воде может быть все что угодно. Мы не соприкасаемся, и она не окрашена. Что у тебя есть на сегодняшний день, в данный момент, кто оно и есть? Чимало лікарів досить скептично ставляться до подібних методів дослідження, вважаючи це черговою рекламою для розкрутки певних медичних препаратів. Чимало негативних відгуків можна знайти і в інтернеті. Однак Людмила Іванівна може годинами розповідати про кров та її властивості, цитувати імена вчених та їхні праці з даної проблеми. Вона аргументовано доводить, комп'ютерне гемосканування і біорезонансне тестування – важливі, сучасні, допоміжні методи обстеження і діагностики, про які вже давно говорять багато прогресивних фахівців. От є, допустим, мікроскопія нативної крові. Такий є атлас. Він іздан, значить, був в 2009 році. Я просто-напросто перечислю только лишь список использованной литературы, на основании чего этот атлас составлялся. Долгов, Миронова, лабораторная диагностика лейкозов, лабораторная гематология, инфекционные болезни с курсом ВИЧ, инфекции в эпидемиологии, медицинская и санитарная микробиология, основы микробиологии, вирусологии, иммунологии, морфология клеток крови в нормальном кроветворении, ну и так далее. Тропические болезни под редакцией Шувалова. Цитологический атлас Шабаловой. Этот список атлас можно продолжать и продолжать. Ну, естественно, можно продолжать этот список сколь угодно, в зависимости от того, как долго человек работает и насколько доступна ему эта литература. Людмила Ивановна, якщо все так очевидно, чому досі в більшості наших лабораторій, поліклінік і так далі не запроваджено таке абсолютно практичне нормальне гемосканування крові? Лабораторія, розумієте, вона не робить те, що їй хочеться. Є определенный набор исследований в каждой лаборатории, в зависимости на базе какого лечебного учреждения находится. То есть, если это низший уровень, допустим, та же амбулатория, делаются упрощенные виды исследований. Если это районные, то это будет другой уровень обследования. Если это, допустим, узкоспециализированные научно-исследовательские институты, они обладают, естественно, более мощные технологической базы, и им под силу делать совершенно другие анализы. То есть, если я приду сейчас вот от себя, лично от себя вот с этим самым, то, естественно, не имея, как бы сказать, официального сверху спущенного регламента, они не могут на это опираться. Они абсолютно правы, врачи. Они абсолютно правы. Ну и что ты мне показала вот это? Ну а что, мне же нужно это подтвердить. А чем? А в традиционной медицине, допустим, вот если я работала там, и я это видела и знаю, определение, допустим, тех же самых паразитарного присутствия, оно же очень редко когда определяется. До вас звертається багато людей. Розкажіть хоча б кілька таких прикладів яскравих, коли людина саме завдяки ось такому біорезонансному скануванню змогла встановити якісний, правильний діагноз і почати лікуватися. Я ж не займаюся лечением, я не лечебник.
Я не лечебник, я отправляю в общий лечебный сет. И, естественно, у меня нету вот этой статистически достоверной информации. Ну, отдельный случай я могу сказать как. Ну, был молодой человек, например, пришел, протестировал его большое количество микроорганизмов, большое количество паразитарного присутствия. По совету специалиста он прошел курс антигельминтной терапии. Мало того, он получил рекомендации по питанию, по изменению образа жизни. Он студент, вот он увлечен своей специальностью и больше ничего не делает. И по прошествии 3 месяцев, да, и у него, значит, какая была проблема-то, он пришел, чего? У него были высыпания на коже лица. Ну, молодой, здоровый парень. Он выполнил эти рекомендации, приходит через 3 месяца, вы бы видели, какая у него была улыбка на лице. Я на него смотрю, я говорю, ну как, он говорит, вы представляете, я похудел на 4 килограмма, посмотрите, какая у меня кожа. Я говорю, а как вы себя чувствуете? Я летаю. Ну а что еще нужно для счастья? Вы рассказывали как-то о маме, которая очень долго не знала, чем лечить ребенка, у которого постоянно была субфебрильная температура. Ну, таких случаев очень много, очень много. И вот опять же, когда получилось так, что из района были направлены 2 детей, одному, по-моему, 7 лет, второму 8 лет. Они в течение порядка 3-4 месяцев обследовались у себя в районе. И их направили уже на консультацию к фтизиатру-педиатру. И когда эти дети пришли к нам, я посмотрела эту кровь. Это не моя заслуга. Но я вижу, что здесь, во-первых, есть признаки аутоиммунного состояния, меняются клетки крови определенным образом, есть определенный напряг на иммунную систему, то есть данная методика, данное тестирование не соответствует тяжести состояния этого ребенка, и я им предложила сделать вегеторезонансное тестирование. Была такая возможность. Дети, значит, обе мамы согласились, Господь им в помощь. Значит, они не заангажированы, как официальная медицина. И на тестировании выявилось, что у обоих у них есть инфекционный мононуклеоз. Следующий этап. Предложили им сделать официальное подтверждение инфекционного мононуклеоза. То есть они сдали кровь на иммуноферментный анализ. Приходит ответ. Тест 1 на 600. То есть это диагностический титр. Да, есть инфекционный мононуклеоз. Вот началось с минимального и кончилось явным результатом. Разве это плохо? Вот в свое время у меня была, так сказать, ну, я не могу сказать, что это беседа, это очень шикарно сказано, но встреча такая была. Я пыталась показать гинекологам вот эту вещь, и вот стоит одна доктор и постоянно говорит, а как это относится к шейке матки? А как это относится к шейке матки? Она гинеколог, конечно, это ее узкая специализация гинекология, но шейка-то матки не у дяди Пети. Она же в этом же самом организме. И если в крови у женщины есть бактерии, я сейчас повторяюсь, то у нее всегда будет аднексит, у нее всегда будет цервицит, и у нее есть вопросы бесплодия. Поэтому просто-напросто, люди добрые, ну читайте, смотрите, сомневайтесь. Обязательно. Клиницист работает с человеком. І прагматичний скептицизм должен присутствовать обязательно. Мало дивитися, треба бачити, любить повторювати Людмила Іванівна слова однієї зі своїх колег. Тому людям та й лікарям, аби уникнути помилок при діагностиці, варто перевіряти дані обстежень. Я можу привести такий приклад. Ще в бытність свою, коли я працювала, ко мені обратилась одна пара. У них проблеми з безплодием. Я смотрела мазочки. И все, что я на тот момент знала, я все это выставила. Все это выставила. И врача, который ко мне направил, я попросила, я говорю, будьте добры, вот если они будут обследоваться дальше, а люди такие энергичные, они хотят этого, пожалуйста, поставьте мне в известность, что там будет. Проходит 3 или 4 дня, она мне звонит и говорит, они хотят с тобой встретиться. Я говорю, я с удовольствием. Ну, звонят они мне, значит,
Я выхожу с ними увидеться. Стоит такая огромная машина. Думаю, все, сейчас бить будут. И совершенно нормальный вопрос. Вот мы поехали в Киев, очень крутую частную лабораторию. Из всего того, что вы написали, подтвердилось что-то только одно, я сейчас даже не помню. Я ему тогда предлагаю этим людям, я говорю, слушайте, а у вас были до этого исследования? Да, были, давайте. И мы вот эти исследования разложили все. И оказывается, они делали обследование в иммунологической лаборатории. Один раз есть, допустим, герпес, второй раз нет, третий раз есть. Я ставлю герпес. Я говорю, смотри, вот видишь, у нас с вами сошлось. А то, что он не диагностируется, он не попадает под порог чувствительности. Любой метод, он не с нуля идет, а с определенного уровня. То есть у вас в это время количество антител было ниже порога чувствительности. Смотрим следующий, цитомегаловирус, то же самое. Допустим, хламидиоз. Хламидиоз подтверждается, а в крутой лаборатории нет. А у них листочек А4 и 4 фотографии шикарно выполнены. Он говорит, ну вот они мне дали. Я сейчас смотрю, ну как? Ну вот это же, это ученический вариант. Посмотри, вот это хламидийная фагосома. Пиши. Я говорю, ну да, конечно, я сейчас напишу. Они приедут, мне голову оторвут. Не буду писать. Он говорит, пиши. Мы, в общем, посмеялись. Я стрелочкой показала и все. То есть нельзя опираться на результат какого-то одного лечебного заведения. Сопоставляйте. И понимаете, в чем здесь подвох? Нету плохих лабораторий, нету плохих диагностических тестов. Нужно просто-напросто понимать, что в этом случае происходит. Найправильніше, на думку багатьох лікарів, які практикують інтегративну медицину, поєднати класичну алопатичну медицину з новітніми методами обстеження діагностики, які дають майже 90% правильного результату. Причому ці методи треба не протиставляти, а навпаки поєднувати. Мені лично хотілося б, щоб не в кожній поліклініці, допустим, да, не треба цього. Но на базе именно официальной медицины, официального какого-то медицинского учреждения, был открыт кабинет интегративной медицины, где стояло бы оборудование, оно не так дорого, как, допустим, мы покупаем МРТ, миллионы стоит, да? Мы могли себе позволить, могли. На ту же самую область мы могли бы, допустим, на Черкассы сделать такой кабинет, где будет вот такой вот высокопоказательный, что ли, метод, как гемосканирование, и в то же время современную, хорошую поставить систему по биорезонансному тестированию. Пусть это будет звучать так, тестирование. На мой взгляд, если врач открывается к этой специальности, это дает ему возможность определить, с чего начать, и подтвердить это официальной медициной, как это делается в других учреждениях. Людина та її кров – цілий всесвіт, який нам треба ще довго вивчати. І невідомо, чи пізнаємо його до кінця, адже він змінюється. Трапляються випадки, коли змінюється навіть група крові. Міняється. Є таке явление, називається появление хімер, це хімеризм. В принципі, це явление известно дуже давно. Понимаете, во всех проявлениях нашего здоровья существует алгоритм со Вселенной и со всем окружающим. Вот этот химеризм практически, это начал Мичурин. Привой и подвой, да? На один пенечек под другое, допустим, другое растение, и получается совершенно другой сорт своего рода. Вот это тоже химеризм. И есть химеризм, конечно, в медицине. И здесь очень интересные есть материалы, крайне интересные, в том числе химеризм крови. Пересадка костного мозга, как как шанс для излечения острого лейкоза. Вот это и есть, если трансплантат приживается, это и есть работа химерных клеток. Когда свои клетки убиваются, а уже в организме человека работают трансплантированные клетки. Это и есть химеризм. Мало того, допустим, на сегодняшний день, мы в принципе знаем, вот допустим, группы крови, 4 группы крови по системе АБ0, и плюс еще у нас резус-фактор.
А в последние годы добавилось еще две группы крови. В основном это, значит, шестая и седьмая группа крови, она преимущественно появилась в Японии и считают, что это все-таки последствия атомной бомбардировки. Мы же открытая биологическая система, на нас все что угодно влияет, поэтому ничего константы нет. А как же появились четыре группы крови? Изначально считали, что одна только группа крови, даже есть, откуда произошла первая группа, как появилась вторая группа крови и так далее. То есть это явление химеризма присутствует у нас и будет. И с развитием трансплантологии, и тканевой в том числе, это явление будет продолжаться. Даже на энергоинформационном уровне, не только на морфологическом уровне.